Это American 506. 80 запрашиваем взлет на полосе 16L. American, мы разрешаем вам взлет. Отлично. Полная тяга. Убираем тормоза. Набираем скорость. Набираем скорость. Поднимаем самолет. Поднимаем шасси. Отлично. Это American, аэропорт Оаху. Мы не видим взлетной полосы. Взлетная видимость очень маленькая. Принято, American. Попробуйте по приборам посадиться. Принято. Сажаемся. А, что произошло?
Мы коснулись взлетной полосы или что? Тормозим мы. Мы не сумели приземлиться на полосу. Аэропорт Оаху, мы не задели самолет. Американ, вы не задели никакой самолет, потому что так как плохая видимость, мы решили отправить все остальные самолеты потом. Когда будет более лучшая видимость. А вам пришлось приземлиться, потому что у вас остается мало топлива. Принято. Ну что ж, это была еще одна новая серия. Мы приземлялись в ну что ж, всем пока.